идет, вон листа, представляете? Жесть. Габариты и размеры этой выставки. Капец, что происходит. Регистрация не так-то и просто. Заняло довольно прилично времени вот получить вот такой вот пропуск. Все здесь так непросто. Музыка сразу здесь задает очень хорошее настроение. Ну, габариты, конечно, понятно. Это все-таки Шанхай. Здесь гораздо все масштабнее и объемнее, чем было в Гуанчжоу полгода назад. В это время еще 8 утра, собирается только став. Готовят большую сцену. Сама выставка, конечно, неимоверно огромная. Это всего лишь один ангар, где находимся вот именно Буфайнер компания. Всего лишь один ангар, этих ангаров я, честно говоря, врать не буду, не знаю даже сколько, но больше, по-моему, больше 20, не знаю, уточню, потом расскажу, но их реально очень много. Заморачиваются, да? Почему бы нет? Прикольно. Компания Ramones приволокла аж рыцаря с собой. А здесь все. Понятно. Все оборудование, стойки для микрофонов, для нот, для клавиш, для гитар, для всего. Непосредственно сами гитары, комбо-усилители. Там чехлы вижу, сейчас подойдем, посмотрим. Гитары Ван Гог. Какие они расписные. Вот какая компания. Офигеть. Это ж надо так заморочиться, ребята, а? Что-то с чем-то. Ван Гог. Так, пойдемте посмотрим, где там у нас музыка играет. Тут все музыкальное оборудование. Thank you.
знаете, еще одна гитарная секция. Тайгер Роджин. Ага, вот, наверху. Тайгер Роджин. Обладают в основном гитары, конечно, да, но есть вот, например, секция с наушниками и микрофонами, соответственно, да, профессиональными студийными. И без этого. Столько волосатых парней. Наверное, все музыкантов собрались. Ну, понятно, да, сборище музыкантов и бизнесменов. Причем в основном те, кто занимаются бизнесом, именно музыкальным бизнесом, сами обычно музыканты играют на чем-нибудь обязательно. Тоже красивые гитарки. Эти электрухи расписные, пойдемте посмотрим. Вот такие ниши сделали. Но у нас зато сцена крутая. Как разрисовали. Не пойму, кафе? Кафе или кафе? Кафе фирма, да? Но не дают поснимать спокойно, начинают приставать. Попробуй гитару, да попробуй гитару. Стоечки. Классное все. Стульки для фано. Какие штуки есть? Я не помню, как это называется. Пишите в комментариях, как это называется. Секция с чехлами и ремнями. Опять же, все гитарное и укулеле. Ремни, да, от обычных до, конечно, hello, до, конечно, кожаных, всяких крутых брендовых. Вру, брендовых все этой фирмы. Все этого бренда, точнее. Какие-то серьезные рокерные штуки. Принцесса бассейна. Что-то в моде стало расписывать гитары вообще. Еще и футбол тут. Thank you.
Габриэль бренд. Такие прикольные, конечно. Ну реально стали они заморачиваться вообще вовсю. Очень круто. Ну, а тут даже отдельно грифы, отдельно корпуса. Прикольно. Интересно, как заготовки. Да, укулеле тоже стало в моде. Для любителей тут неимоверный выбор укулелек. Это у нас компания. Я первый раз уже такую вижу. Хон. У нас компания Хон. Название на башке. Остается фон. Таких только форм можно не встретить тут и от рассвета. Гитары теперь это не просто гитары, по-моему, а произведение искусства. Вот как переливаемся. Это вот один ангар всего лишь, еще раз напоминаю. У него три ряда. Вот такой огромный выбор. Он такой восьмиструн серьезный. Восколы красивые. Прикольно сделано. Симпатично. Почему бы нет? Есть Solar. Почему они не сделают Solar? Не вопрос. Засыщайно. Муку меняем и вперед. Вот там как раз вход в другой стенд. В другой павильон. Позже туда пойдем.
ребята, учите ноты, пригодится. Кстати, интересный момент, хотел обратить внимание. Представлена даже древесина, из которой изготовляются гитары. Вот, к примеру, в Северной Америке клен. Задняя дека клена, так понимаю. Прикольно. Африка. Ахуми. Пламени. Ага. Мексиканские. Древесина из Мексики. Эбони. А, не вижу отсюда, откуда она. Индонезия. Вот верхняя индонезийская эбони. Даже представлены вот все деки и обечайки. Индийское красное дерево, тоже задняя дека, сапели, елка, да? Вот так вот. Thank you. Так, ну вот здесь еще вот этот рядок у нас остался. Хвостик самый тут. Ну да, время кушать у них уже. Тоже акустика, классика довольно прикольная. А, это стенд как раз только из массива. Эти все гитарки из массива. Есть и световое оборудование в этом павильоне. Булавы и сапфиры. Вот там поет. Ага. Сцена небольшая у одного павильона. И сидит гитарист, поет песни. Так, я зашел в следующий павильон, быстро пробегусь. Этот павильон посвящен полностью виолончелям, скрипкам и альтам, то есть струнным инструментам. Вот такая тут везде красота. А, ну есть и гитары. То есть компании, которые делают, выпускают скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Чего бы не сделать и гитарку. Ну да. О, Господи, даже арфы есть. Прикольно. Такую штуку с собой таскать, конечно, да. Хорошо, что я на гитаре играю. Очень много всего.
красиво Бах звучит. Обожаю ланчин. Это глубокий звук, бархатный. Ну прям вообще, да? Такой вот павильончик скрипичных белых. Сегодня первый день выставки. Как говорят, обычно в первый день народу не так много. Обычно самый пик приходится как раз на второй день. Посмотрим, что завтра будет. Но не так много, сами видите, как тут не так много. По китайским меркам, да, может быть, это и не так много. Так, а у нас что здесь? Давайте посмотрим. Да, не заблудиться. Ага. Тоже он скрипочки лежит. Скрипочки и арфы. Так, тоже павильон, да, получается, так, тех же инструментов. Вот еще вижу кларнеты. Ох, народу-то. Нормально. Тут арфы покрупнее. Вскользь пройдусь. Все серьезно. Здесь бас-гитара, да. Пол Маккартни. Ну дальше не пойдем. В принципе, понятно, все скрипки. Аксессуары, виолончели. Пойдемте вот в этот павильон. Тут на входе я сразу слышал, что кто-то на кахоне играет, мне показалось, а да, вот играет. Это не совсем как он даже. Куда начать? Давайте оттуда. Компания Тодор.
купили тоду. Тут больше укулеле есть. Укулеле. Представлены 4 полуакустики. Довольно симпатичные. Две акустики и мандолина. Тоже две. Прикольно. Да, вы можете взять со стенда любую гитару. В каждой секции есть куда подключиться. И попробовать звук, удобство и так далее. Ну, ребятки, затарились. Очень много гитар, конечно, представлено. Очень много компаний в Китае. Прям, ну, тьма выпускающих гитары. Каких только нет. С разных городов, с разных провинций. Куча фабрик. И симпатичные какие. Я вижу переезды. Прикольно. Какая-то компания делает под переезд. Сейчас поглядим поближе. Ага, это у нас Гуанчжоу. Артем Питер. Уже первый раз слышу, вижу таких. Все, как и у нашего Bullfighter'а. Лейбл какой интересный, красивый. Hello. Yes. For YouTube. Да, ребята, если вы сюда приедете, имейте в виду, дня вам не хватит. Дня не хватит. Открывается все, врать не буду, тоже позже погляжу, но, по-моему, в 9.
и закрывается в 6. И за день это все обойти, ну, слишком много информации, просто слишком много. О, какой! Какой большой гитар! А Awesome Music компания. Такие веселые, серьезные дядьки. Красавчик. Вот так вот наярил на Фендере причем. Пойдем дальше. Следующий павильончик зайдем. Что творят тут, ой, не знаю, как назвать-то, приглашенные артисты обычно, да, как вот и меня пригласила компания выступать на сцене, на их, поиграть на их инструментах. Вот здесь, конечно, тут парниша вообще крутой. Оборудование для стримов, для стриминга. Продолжение следует...
Metallica. Красота, добро, стеклонность. Теперь какая моя?
они уже... А, так тут еще вторая. Заходим, уже такие народные дела прикольные. Но это только на входе. А дальше опять гитары пошли. Какая-то зона интересная. Все чего-то ждут. Какого-то представления. Видимо, что-то будет.